смести некую такую тревожную ноту в общее спокойное течение вечера. Я хотел бы спеть вам песню на стихи поэта, которого очень дружу, люблю. Вот он написал очень такое драматическое стихотворение, которое я лично воспринял как некое предупреждение. И песня на эти стихи я назвал так: «Дыхание апокалипсис». Живем во время тревожное, вот, может быть, в какой-то степени это отражает реальность. Thank you.
и давно не написал, называется «Факел ночи». В ней звучит молитва, которую я взял из книги Николая Рерика «Цветы сада моря». Помню, однажды попал в Дагестан под колдовской перебор семистру. Слушал я притчу ведьских цыган о караване, застигнутом бурю. Путь караванщик давно потерял, не оставалось ни сил, ни надежды. Вдруг вдалеке он огонь увидал. Чудо, друзья, уж бессильные вежды. Поел ночи, ясно горею, путь указуя к воде и спасению. Словно завлечь снова хотел, пророком слепым разведен зрение. Много с тех пор я проехал дорог, сколько минут был скорбных и трудных, только нигде я увидеть не смог. Тайны тут свет, хоть бы отблеском смутным, и лишь когда безнадежно устал среди ежедневных хлопот и сомнений, путь свой во мгле я искать перестал. Он вдруг возник в невозможном видении. Факел ночи ясно горел, плавно смещаясь по темной лощине, словно увлечь страстно хотел. Бесконечный туман на вершине. Господь, не покинь странник, учитель не спешит укрыть меня в грозную бурю. Боль дойдет до основания сердца, и пелена вихря закроет свет твоего лика. С тобою не страшусь, мое любимое, призраки не являют свой лик. Проведи благословенный тропою, прикоснись к очам, чтобы узреть врата твои. Вдруг увидишь, что в пляшущей мгле сотни таких же, как я, сумасброда, молча идут вслед за ним, как во сне. Тропы мостят через рвы и болота, и ни почем им ни грязь, ни хлам, ни темноты беснование слепое, что-то влечет их упрямо туда, где в тишине в молчаливом покое факел ночи ясно горит, чьей-то властительной воли послушай, словно собрать где-то спешит тайному свету созвучие души.